Всем здравствуйте! Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский пострадали из-за Филиппа Киркорова, которого после его участия в вечеринке вырезают из новогодних огоньков. Шуфутинский, который исполнял совместную с Киркоровым песню, не появится на телеэкранах. Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп – классный артист. Ранее говорил Шансонье. По его словам, этот трек должен понравиться зрителям. Подобная ситуация сложилась и вокруг Люси Чеботиной, которая вместе с Киркоровым исполняла песню «Королева». Однако Чеботина выступит 1 января вместо короля российской поп-музыки на концерте за приличный гонорар. Напомним, что вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, прошла 20 декабря в клубе. Посетители мероприятия пришли в клуб в полуобнаженном виде, согласно дресс-коду. В числе гостей были Собчак, Лолита, Киркоров и Билан. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.